Горностай против чайки. Казалось бы, горностай – маленький и миленький зверек, конечно же, но вот эта раненая чайка давно уже так не думает. Хищная птица не ожидала стать жертвой горностая, особенно сидя в воде. Наглый зверек залезает на птицу и пытается ее утопить, но чайке удается дать отпор и поклевать обидчика. Из-за травм она не может взлететь, поэтому ей ничего не остается, как драться за свою жизнь. Горностай не останавливается и пытается обойти птицу, но после долгого и отчаянного сражения он все же сдается.